Канада, а также большая часть центральных территорий США остаются во власти аномальных морозов и снегопадов. В некоторых регионах ожидается, что столбик термометра опустится ниже минус 40 градусов по Цельсию. Такой зимы в регионе не было уже 20 лет. Закрыты многие школы и государственные учреждения, отменены тысячи авиарейсов. Как говорят синоптики, всему виной так называемая полярная воронка – вихри холодного воздуха, которые пришли из Антарктики. Как ожидается, удар морозных ветров и снегопадов больше всего ощутят штаты Южная Дакота, Иллинойс и Огайо, а также Теннесси и Кентукки. Кроме этого, в некоторых северных и центральных регионах США из-за морозных ветров температура воздуха будет ощущаться как минус 50 градусов по Цельсию. По сообщениям местных СМИ, аномальные морозы в США уже привели к гибели не менее 15 человек. Власти охваченных стихией штатов призывают людей одеваться теплее и по возможности оставаться в помещениях. Метеорологи говорят, что к концу недели в регионе установятся более умеренные температуры.